Лагерь английского языка объединяет школьников со всей России, где они могут в полной мере окунуться в языковую среду и узнать, каково это быть студентом Казанского федерального университета. 30 июня начал свою работу лагерь английского языка Discovery КФУ, участниками которого стали учащиеся с 7 по 11 класс. 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы. Общение только на английском языке. По эффективности это сравнимо с полноценным языковым курсом, хотя по времени занимает всего неделю. Кроме того, у участников есть возможность увидеть Казанский федеральный университет изнутри, познакомиться с его историей и открытиями, проникнуться атмосферой деревни Универсиады и, конечно, найти новых друзей. То есть у них есть тест на начальном этапе, есть тест в конце, соответственно, мы видим динамику. Как правило, наши тесты, все соцопросы также, да, показывают, что дети начинают говорить гораздо свободнее на английском. Я каждый день выезжаю в какой-то институт, где они могут более подробно узнать какие-то моменты, им рассказывают, представляют, презентуют институты. Вечером у нас уже более развлекательные мероприятия. Развлекательные мероприятия, направленные на развитие личностных качеств и разговорных навыков, наиболее интересны участникам. Здесь у них есть возможность пообщаться с преподавателями и носителями языка. Проблемы с общением не возникает, так как большинство ребят имеют хороший уровень английского. Говорить на английском языке несложно, потому что у нас очень добрые, понимающие вожатые, которые помогают нам, если что, исправить наши грамматические ошибки. Больше всего мне понравилась лекция в институте физики. Там мне понравились больше всего опыты с электричеством, эти хлопки, вспышки, это очень классно. Идея организовать лагерь английского языка возникла у ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По его мнению, как можно больше детей до поступления в ВУЗ должны посетить Казанский университет, увидеть студенческую жизнь изнутри и почувствовать ее на себе. Опыт прошлых лет был удачным. Нужно отметить, что в этом году число участников возросло в 2 раза, а также возросла география. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.